И всем привет, с вами опять Денокс, и я стал легендарным мечником, а также легендарным бойцом. Как видите, они очень отличаются, но заработать их довольно будет легко. Просто надо убивать дофига монстров. И за особые приемы или удачные отрубления добавляются больше 1 очка, то есть много очень. Таким образом, мы повышаем скилл довольно быстро, и нам не надо убивать около 1000 людей для этого. Вот. Собственно говоря, я также в этой деревне точнее, вот в этой деревне переждал некоторое время, и сейчас у нас 14 месяц опала, был 12, когда я начал игру. То есть уже фактически наступает весна, но все еще холодно. Кстати, не холодно ближе вот к этому месту, то есть где-то вот здесь не холодно. Вот. А этот континент я весь изучил. Вот это уже земли эльфов. Вот эта вот крепость Глоссетшауэ, она была атакована 3 раза за время войны с эльфами, командующим Гоголом. Крепость все время защищала принцесса Минака или Мината. Не помню, как ее зовут. Вот. Собственно говоря, что мы сейчас будем делать? То мы сейчас будем искать бандитов. Во-первых, мы идем вот к этой Лекле, или это мужик. Вот. Вот этих бандитов мы трогать не будем, поскольку они далеко. Очистим от этого бандита, вычистим все от этого бандита. Вот этого бандита убьем. Осмос в стороне. Позу убьем. Это самый опасный из них, поскольку он убил аж 15 человек. Дальше Дотан в стороне. Мида. Ну, это после того, как мы посетим крепость. Или лучше. Ну да, они все рядом, поэтому что там. А Тира, Билл находится в канализации, я его не нашел. В канализации контрол-матча. В канализации второго города Спичкнот. Спичкнота это почти слепкнот, только как Спичкнот. Ну вы поняли. Вот. И остальные Луки Виспл слишком далеко. Ну и Ама. Собственно, вот наш план какой. То есть мы просто сейчас вычищаем все от бандитов. Вот она, крепость Тест Башес, куда нам нужно. И там, где находится демон. Да, это столица, собственно. Спидрейкс. Итак, тут, как видите, намного больше городов, крепостей. И столько же лагерей. Ну вот, гораздо больше неисследованных земель. Итак, сейчас мы направляемся в Tamefolded, убить бандита по имени Амин. Вот, потом мы идем сюда, убиваем Атру, ну и дальше Пестрата, потом Позу, потом Мида, потом Матера, моего однофамильца, потом Аму. Вот, значит, сейчас идем на Амина. Идти нам недолго, ну, как видите, я много не набрал, так как я однажды набрал много людей, и они все утонули в городской канализации. Поэтому мы снова набираем охотников за нечистью. В городах в этом городе сильно тормозит, наверное, потому что помимо этого города еще куча других. Не, ну когда они спят, тормозит не так сильно. Ну, давайте пойдем. Так. Вот так вот пойдем. Собственно говоря. Ага.
Вероятность наткнуться на кого равна нулю. Как видите, мы ни на кого даже не наткнулись. Но, собственно, ну, у нас уже сильный отряд даже в таком количестве. Фактически это... А, ну ты, кстати, вот эта деревня-то, по-моему. А, вот тут, кстати, гробница находится. Вот. Итак. Я отходил, извиняюсь. Вот сюда. Угу. Идем в эту деревню и собираем тут людей. И здесь людей собираем. Так. Отлично. Я думаю, сбор людей можно оставить за кадром. А потом, когда уже всех соберу, мы продолжим. Собственно, вот, мы зачистили лагерь, убили вот этого вот парня, которого нам по заданию надо убить. Ой. Да ладно, ну ладно, хорошо, мы как-нибудь выйдем уж. Ой. Это было неожиданно. Но, как видите, нам просто уже, как говорится, бояться нечего. У нас все 16 человек, вот, которые были, все на месте остались. Даже только один раненый. Это учесть, что мы зачистили вот целый лагерь буквально. Так, ну, дальше Пистрат. Или, может быть, Атра. Ну, давайте к Атре пойдем. Нам как бы это, ну, вообще не в тематику. О, мы встретились. Конечно же, с волками. Кто, какой дурак в здравом уме будет атаковать нашу группу, действительно? Ну, смотрите. Все. Какие, блин, волки? Волков уже нет. Что случилось-то, блин? То есть до того уже развились, то... Ну окей, давайте их побьем. Мне, в принципе, безразлично. Окей. Пайкмен. О, можно по голове ему дубаснуть. Но он отскакивает. Можно в нижнюю часть тела. Меч застревает. Блин, какой меч. Этот. Молотом, блин, по голове ему. Как видите, я вижу, что он открылся в каком-то месте. Но это только зуб. То есть нафига ему в зуб, да, бить? Ой. Ладно. А. О! В голову можно ударить вот этим вот. Ну и все. Я столкнул этого Спирмана. Ну отлично. Я ему... О! Я его не убил. Ну вот теперь убил. Так, кто там еще-то? А я вообще убил того, кого надо-то убить. А, не убил. Прелестно. Так, что у нас тут? То же самое, ничего интересного. У меня круче, короче, все. Вот, Атра-лидер меня заметил. Надо же, какая честь. Это ты, Атра? Или... Да, это ты, Атра. Какое интересное снаряжение у лидера. Что-то я давно не смотрел.
Все. Он труп. Это точно. Вот я с разбегу его сейчас. Хрясь, 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 хрясь. Все. Просто задавил интеллектом буквально. Так. Что у нас тут еще есть? Где еще парни? Нету парней больше, да? Я так вижу, что мы хорошо справляемся с бандитами. Ну, я так, чисто для экшена этой серии. Стычку с ним подготовил. Ну, дальше что у нас? Пестрат. Пестрит. Пестратами. Давайте для разнообразия... А, стоп. У нас что, ночь наступила? Бугимены. Нет, нам бугимены пока не нужны. Оборотни нету. Поэтому давайте заночуем в доме. Спросим разрешение у Пампа. Отрапортуем. И заночуем в него. Хоть мне и спать-то не надо, но моим солдатам лучше отдохнуть. И поэтому мы отдыхаем. Так. Сколько вас тут? Я смотрю... Многовато, многовато. Ладно. Идем. А для разнообразия теперь уже можно ходить по глобальной карте, потому что я думаю, что нас просто будут все время атаковать волки. И вот как видите, они вроде как попадают, но кусают жир, собственно говоря, и я голодный. Сколько нас? Никто не ранен, но все голодные. Ну и ладно. Идем дальше. Так, это не та крепость, которую нам надо. Мы идем по дороге. Все, мы прибыли в новую деревню. И здесь наймем какого-нибудь тварюжника. Нам нужно уже как-то более прогрессивные какие-то квесты. Какие-то со сложными соперниками. Потому что, ну, бандитов мы сейчас... Любую среднестатистическую группу в топе 20 самых сильнейших организаций, в принципе, уложим нашей командой. И, скорее всего, обойдется с минимумом потерь. Даже если будут какие-нибудь элитные лучники. Ну, понятно. О, Боуман, не зарегистрированный торговой маркой Denox Inc. Добро пожаловать в нашу группу. Вот, собственно говоря, максимум уже партии 19. Так вот, мы сейчас еще двух наймем, и можно отправляться в путь на Поса, который сильный, вроде как обязан быть сильным, или это будет просто неинтересно. Он Height and Great Beasts, но это по-любе просто надо взять. Дальше. Весь интерес как раз вот в том, чтобы не тупо вот нажимать клавишу вперед, как теперь можно поступать с большинством бандитов, а вот конкретно отлично. И сколько же он сколько лет-то охотится-то? Отлично, 29, и у нас полный комплект, но на всякий случай попробуем взять еще. Вдруг увеличили этот максимум количества в новой версии.
у меня установлена старая версия, но я имею в виду. Вы поняли, в общем, что. Так. Или не поняли. Ладно. Отлично. Ну да, не увеличили. Короче, вот она, наша банда полностью укомплектованная. 19 человек в добром здравии и уме отправляются путешествовать. Ну, скорее всего, в уме они не в добром, поскольку вот такая вот фигня. Так, извиняюсь, где этот, как его там, Пистрат, что ли? А, Пистрат здесь должен быть. Тогда все в порядке. Извиняюсь, Пистратус. Пистрат. Давайте. Пусть будет какая-никакая у них поддержка. Ну, мы не будем даже красться. Давайте вот прям напролом, чтобы было интереснее. И сразу, вот посмотрите, вот он идет. Как? И все, он был убит. Сразу же стрелами был убит. То есть, вот представляете, навык воинов, которые сражались против гигантских существ, он просто какой-то нереальный. Вот даже клетка есть. Интересно, кого в этой клетке содержат? Собственно говоря. Неизвестно, да? Кого? Small Dolomite Rock. Ну да. Хоп-хоп-хоп. Что он мне сделал? Ух ты! Он меня опрокинул на землю. Так, вот за это я ему лично срублю голову. Простите, парни, вам придется за меня тут походить, поскольку по причинческим технинам я немного не могу ходить. Ну ладно, так что быть, я вам помогу. Ну вот это вот хоть как-то интересно, видите, кого-то сознание лишили. Я на земле, потому что у меня нога ушиблена. Ну да, и она у меня сломана. И я научусь с этой ногой управляться. Так, извините, а где враги? Где босс? Босс смылся. Да. Надеюсь, что нет. Давайте посмотрим. Ну да. Босс... умер. Так, ладно, мы тогда идем к позе. Почему бы и нет, собственно говоря. Да. Это было все, да? Ну, а вот он, Пистрат. Ясно. Да вы серьезно? Один даже без сознания. Или он в сознании, но... А он устал. Ясен пень. В таком случае я вижу только одну ситуацию. Так, вот мы перешли в новую деревню и дальше мы переходим в еще одну деревню.
и какой-то вот выжженный лес, или я не знаю, что это, давайте посмотрим поближе. Или это опавшая листва? Что это такое? Кто-нибудь может сказать? Я нет. Опавшая листва, скорее всего, осень, зима. ДТП, блин. О, нет. Неудачный поход к демону будет, скорее всего. Ну, ладно. Это вообще не суть. Как видите, мы... На ночь заныкаемся тут, а именно вот здесь. Надо утолить свой голод, потому что так нельзя. Выберем домик с минимальным количеством народу и заныкаемся там. Парни. Блин. Так, тир. Репорт. Лично. Можно у вас остаться на ночь? Конечно. Окей, но останусь я не на ночь, а на 4 часа. И надеюсь, вы будете уже спать, так как мне очень хочется кушать. О, щет. Чего? Чего, простите? Это Бугимен такой? Да. О, я убил Бугимена. Отлично. Нам теперь Бугимен не страшны. Не, ну это просто какой-то кошмар. А что с этим крестьянином-то? Ты вообще в курсах, что я хотел просто покушать? И сколько нас человек? 18? Простите, а где 19-й? Ну это что такое-то? Я хочу поспать до утра. Можно? Можно. Почему бы и нет? Ай, если нам уже богемоны не страшны, то действительно, а может быть, правда, стоит уже идти на Акру. Ну и какая разница, что мы помрем? Я сделаю бэкап сейв. И мы вернемся. В любой момент к этим сейвам. А чё бы и нет? М? Как вы считаете? Прямо в этой серии. Ха-ха. Вот будет веселье. Так. Эй, только... А, вот этот лагерь. Юкорный насос. Ну и кто теперь... Так, отлично. И что на этот раз? You begin snaking. Ну ладно. Мы оставили бравых ребят
позади. А теперь не оставили. Отлично. Давайте приблизимся к лагерю и нападем на них. А уже плевать, собственно, с какой стороны. Главное, чтобы нам ногу не сломали. Мне надоело, что нам ноги ломают. Лично. Вообще вот просто. О! Ну да, и куда ты идешь-то, топорщик? Вообще-то я тут стою. Ты в курсах? Оглушил и отрубил голову. Это нормальная тактика. Дальше идем. Кто это был? Не босс? Нет, это всего лишь дур какой-то там. А нам нужен Поло. Убийца. Миров. О. Оверлорд. Prepare to die. Это Поло. Дык. Неизвестно, кто это. Это Абра какая-то. Вот, наверное, Поло. Поса, а не Поло, блин, Поло. Это лучник. Черт, ребят, разбирайтесь с ним, окей. Сами. Я займусь Полой. Он все-таки как-никак оверлорд. Но я могу отрубить ему голову сразу же. Причем попал. Вот такой вот Поло. Жил-был, да не стал его. Нас так и осталось 18. Не, ну вы серьезно, что ли? Мы напали на тяжело вооруженный лагерь в сердце пустыни. Ладно. Копейщик сейчас очнется. А, очнулся. Но мы не видим других. Мы всех видим теперь. Блин. Ну, очнись. О, очнулся. Так, все в сборе, все очнулись. Уходим отсюда. Нет. Еще покинуть эту дребедень нужно. Ну, куда-нибудь покинем ее, вот сюда, например. Ну что ж. Серия получилась вообще ни о чем. Можно сказать. Ну, я всех вижу. Отлично. Тогда мне больше не надо ничего видеть. А вот и наша крепость Тестбашес. И мы встречаем на дороге бандитов с большой дороги. Читах! Читах! Гепард Читак. И это, я так понял, ему уже все отрубили, пока я только добирался. Блин, ну гепард это, конечно, жесть. Давайте я его ударю ради прикола, ну хотя бы один раз. Ладно, так уж и быть, я отрублю ему голову.
Ну, она не отлетела. Все, Читах умер. Смертью храбрых, блин. Эл Мейсман, он получил шрам. Она. Что у нее? Нет левой кисти? Левого предплечья, апперарм, наверное. То есть у нее руки нет, в сути. Ладно, не будем вдаваться в подробности. А это что за Б? Могу предположить, что это что-то неприличное. Конечно, это Барн Овл. Я даже не буду смотреть, как это переводится. Это Nocturnal Bird. Птица ночи. Ладно. Уходим отсюда, то тут какой-то бред уже. Вот она, кровавая дорога в замок. А почему бы нам, собственно, по ней не пройтись? Мы что, ленивцы? Во, мы по ней идем. По кровавой дороге. Ёлки-палки. С животными такая ерунда творится. Короче говоря, они что-то сделали с ними. Ладно. Тык. О, господи, извините. Это что еще за движущийся самоходный камень? Ладно, я сейчас вернусь, переведя его. Короче, это медоед. Да, названия тут крутые. Он гигантский. То есть это гигантский медоед, одно из крутых чудищ. Я встал на его пути, и я бью в нижнюю часть тела. Я вынимаю меч, потому что я отрубаю ему голову. Они даже дойти не успели. Обидно, да? Ладно. Прикончили по пути какое-то гигантское чудище. И идем дальше. Еще один бадгер. Они пока еще одного завалили. Пока я мечника. Молоточка ожидал, блин. Ладно, и вот мы уже приходим в тест Башес. Наше официальное вторжение. Наверное, в следующей серии мы посвятим полностью сражению с Акру. И если сейчас получится его спровоцировать, ну, сначала я сохранюсь, конечно. Потом попробую его спровоцировать, что он типа демон. Ну, а потом, если получится, сражаться мы будем с ним в следующей серии. Но это не будет последняя серия. Этот мир большой, и его надо изучать еще много и много раз. И во многих местах. Поэтому нет. О, смотрите. Какой интересный. Единичный ручей. Но мы не будем по нему. Это потому что велик шанс, что мы утонем. Итак, это тест Башес. Поздравляю, мы в легендарной крепости, где находится сборник книг. И это книга. Итак, легендарный момент. Мы читаем книгу, мы вынимаем книгу и начинаем ее читать. Как читать книгу? Наверное, нажимать вот так, Shift-I, и смотреть. О, можем ее прочитать, но по стоп, стопе. Сначала ее вот так и описание. Ну, вы не читали эту книгу, ясно. Я не помню, о чем она, но я читал описание многих книг и не помню, о чем она. Читать. Ну, окей. Дерит. В чем суть чтения состоит? Я что-то вот, ну да, я прочитал просто ее описание, которое я бы и так мог прочесть.
Что мне это дало? А, Лашер, идем со мной. Ой, я бы мог ему задание сдать, что я сделал-то. Ладно, тогда ты, Эксман, идем за мной. Ты не можешь. Айси сервис. Лекла уже ждет меня. Дотан, Атир. Ага, вот она. Creature of the Night. Наконец-то мне дали задание на существо. Ясно. А, да-да-да, это оборотень. Его можно убить только бронзовым оружием. Другое оружие может быть неэффективным. Также убить Аму, убить Фистпола, убить Осмоса, убить Бира, убить Луки, убить Жеху. Жеху, это что-то новое. Он командир. Новый какой-то уровень. Ну что, все остальные слабые. Командор, кстати, сильный. И Гикост. Кто такой Гикост? Окей. Рафиаб. Ама, там же Виспл. Здесь Луки. Здесь Бир. Здесь Атир здесь. Мида здесь. Дотан здесь. Осмос здесь. Джеха. Тут Асла. Гикост. Ясно. Так, чё-то я забыл. Это Гикост, чудище, которое нам надо убить, или Билл, или Луки. Парень, ну скажи еще раз. Не помню я. Сейчас, короче, будет 30 минут, и меня опять заблокируют. Ну, вы не волнуйтесь, вы все равно это не услышите, если меня заблокируют. Логично. Рафеев. Да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да-да. Рафеев. Ну, таких как Рафеев у меня есть компаньон. Так. Ну, значит, да, это Рафеп, и он находится в пределах столицы. Ну что ж, пора увидеть демона. Как вы считаете? Максимальное количество охраны. Значит, тут 3 охранника. Снаружи 3 охранника на башнях. Охранники есть, но они придут не скоро. Мы успеем замочить его, скорее всего, пока они дойдут. Так, тут внизу охраны нет. Скорее всего, из ближних башен по 2 человека успеет дойти. А, здесь никого нет. Здесь... Опа-на! Мумот! Да-да-да-да-да! То есть бог собственной персоны как бы стоит, да? Так, проверим охрану на 3-м хз каком этаже, блин. Просто до хрена этажей. Ай, никого. Окружаем его. Итак, Мумот. Так, у него сейчас мастерфульская веревка, блин. Ну, это Мумот, но мы-то знаем, кто это на самом деле. Сильвер Бонинг Кнайф. Найф. Блин. О, какое у него оружие. Ну, это хрень собачья. И зачем ему веревка? Даже думать боюсь, что он с ней делает. У него есть хвост, у него голова, это же хомяк чертов. Ну да. Into humanoid form, it's a bloated body. Exactly ready, beware, it's poison's vapors. Is very muscular. То есть он ядовит. Это значит, что мы сдохнем. Поздравляю. Ну, мы встанем вот здесь на выходе. Окей, если что, мы просто вот возьмем и прикончим его.
Смотрите, я могу атаковать Мумата. Нас пугают, что это божество. А хрен ли это божество-то? Это не божество, это убожество. Ладно, это такой плоский юмор. Ой, господи. Мы сейчас будем говорить с ним, да? Дай-ка я сохранюсь-ка и перенесу сейвы. На всякий пожарный. Если нам удастся его разлить, я сохранюсь, выйду. И в следующей серии мы покажем ему, кто король. Если он нас не убьет с первого удара. Попробуем его спровоцировать на Creature of the Night. Итак, ребят, я заранее со всеми прощаюсь, потому что не знаю, что ждет нас сейчас. Ну, давайте поговорим с ним. Привет. Я знаю, почему ты пришел. Behold mortal. Привет, смертный. Я знал, почему ты пришел. Конечно, знал. Ты же бог этих удач и неудач, то есть судьбы. Но от судьбы не уйдешь, как говорится. У тебя нет семьи. И ты только один лавгивер. Ты не можешь больше ничего сказать. Hero, you did arc no far wide. The quest for you truly test the strange. I'm speaking от имени Rainy Empire. Тебе нужно повалить эльфа. Короче, вот такой он парень. А, то есть вот как. Его обвинить-то нельзя. Можно только выполнить его квест. А если я попробую его завалить? Конечно же, никто спасибо за это не скажет. Вот. Жесть. Какой у него квест-то? Обычно квесты по типу этого серьезные. Вот типа вот Рафея, поэта, но... Ладно, в следующей серии мы пойдем выполнять чертовы квесты, которые дал нам Мумут. Давайте будем пока так его называть. Мы же все-таки не знаем, действительно ли он демон по кличке Акру. Ну так, подумаешь, его книги тут везде разбросаны. На самом-то деле, он ни разу не Акру, да? Ну, будем считать так. Это удобно. И, кстати, его книги тут не везде разбросаны. Они находятся тут. Нет. О, я ведро поднял. Не, не имею ничего против ведра. Ну, блин. И тут, наверное, все книги лежат, да? Вот что такое хедскарф? Что это? Можно его надеть-то? Я его надел, и чего? Я знаю, зачем ты пришел. Ну и зачем я пришел? Ты хоть знаешь? Я пришел вообще-то убить тебя, окей? Но ты этого не знаешь, как будто. Молодец, хорошо живет. Ладно, я думаю, книги тут разбросаны где угодно, но только не там, где нужно. Ладно, это, собственно, все. Продолжим в следующей части. С вами был Денокс. До скорого.